глубина до 4 сантиметров. Сегодня 28 апреля. Достаточно такая почва здесь влажная, но так как уже календарно идет отставание и нет прогнозов таких, что будет стабильно тепло и сухо, то есть ждать нечего. Нужно сеять, а сеять, ну, еще достаточно много сеять ранних яровых, тут уже подошли календарные сроки, они даже подошли давно. Отстаем где-то дней на 10, но в целом, если хотя бы даже такими темпами будем сеять, все наверстается. Здесь трактор, ну, с какой скоростью он сейчас идет, до 10 километров, то есть развивать не может скорость из-за того, что держит все, держит задние прикатывающие колеса, на которые налипает почва, держит передние диски, плюс есть пробуксовка, поэтому как бы не все так гладко, но... Сейчас. Так, когда дождь был? Дождь был позавчера достаточно сильный. Вчера так немножко подсохло. Что-то к вечеру там посеяли.